казацкая ходьба, русский стиль. Идешь и кистью разжимаешь, оп, оп, тренируется сердце, тренируются мышцы рук, и в целом гораздо большая нагрузка, нежели в этой скандинавской ходьбе. Так что занимайтесь казацкой ходьбой. Более эффективная, более лучшая, отлично действует. Оп! У меня два диспансера, и я меняю руки. Хач, 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 хач. Отлично дает нагрузку. Рекомендую всем казацкую ходьбу. А, хорошо. Слушаем звуки леса. Это музыка для здоровья. И идем быстро. Цивилизация. Казацкий ход. Дает нагрузку на все. Вот когда палка движется, нагрузка небольшая, просто представляешь. Ну, руки работают минимально. Здесь же, когда сокращаешь кисть с усилием, нагрузка на всю руку, на кисть, на плечо. Отлично. Сразу же организм работает в более повышенном режиме, тратит больше энергии, то, что нам и надо. Два эспандера и обеими руками работаете.
одновременно, либо попеременно. Ну, можно как один, как я с одним из пандеров. А, прекрасная нагрузочка дается. На руки схватите кого-нибудь. Не вырыться. В лесу идти надо быстро. За тобой рой комаров. Чуть остановился, сразу же закусают. Поэтому комарики еще подгоняют. И под музыку леса. Ай, как хорошо. Все жужжит. Поет, щебечет. Кукушечка кукует. Нагрузка должна быть большая, не менее 30 минут. Минут 45 идеал. Час очень хорошо. Сидим, сидим. Что нас и портит? Сидение. А нам нужно движение. Тогда мы будем здоровы, в какой-то степени молоды и творчески активны. Комарик все-таки присосался. Успел. Они такие. Красота. Речка. Родные места, одним словом. Этим все сказано. Лепота. На утро я где-то 7:30 пошел. Кстати, когда встаешь рано, со сном полный порядок, хочется спать вечером. Если встаешь поздно, встал 2 ночи, заснешь, а потом лежишь до 10.
А вот мой седанчик на фоне реки. Люблю большие машины. ЛС 430. Старушка, но ездит великолепно, с комфортом, с холодильником, с массажом, продувкой и прекрасной музыкой. Плюс не ломается. Рыбка, видите? Голавлик. 8:45. Где-то около часа, а даже чуть больше я проходил. Ну что, нормально.